Итак, продолжаем. Так, ну если Страйкер это сват, то я так полагаю, Найтвульф это сваха. Все-таки я нашел ее. Так. Продам. Стоп. Это больше похоже на игрушки с секс-шопа. Кстати. Откуда он ему это засунул? Это хихидно улыбается. А это что справа? Ножницы? Но форма у них явно не ножниц. Самый ничтожный персонаж. Самый слабый персонаж. On fire. Он как название песни. Зачем вот эти шипы? Он выглядит как кто-то. Со Звездных войн у тебя такие были, я их муравьями называл, губы такие вытянутые, глаза большие. Реально такой лысый и три волосинки торчит. I'm a freak, бедняжка. Go on, give him a whirl. I don't use those anymore. Yeah, you're all proper police now. The Black Dragon ain't the same without you, mate. Вот интересно, он без маски не может дышать, но он же как-то выжил, пока его сюда донесли. You sold those monsters their firepower. Guilty as charged. Если бы он не мог дышать, то он, мне кажется, не дожил бы до этого момента. Итак, он выкинул его оружие, но у него оно оказалось как-то за спиной. Да что ж ты, ракал такой-то, бал? Никогда не любил играть за этого урода. Ни удовольствия не приносит игра за него, ничего. Комбо у него вообще слабейшее в игре. Даже у Скарлет комбо я делал там на 40%, что настолько. А тут вот это, ну, полный отстой. О, и мы Икса избили каким-то пинком под зад. Вот что это, комбо из 10 ударов? Сколько? 24%. Вау. Мне проще вот так вот пострелять, честно. Потому что, ну, смысла вообще делать какие-то комбо нет. Not so keen on being dead now, are you? How do I get out of here? Теперь он поднял свое оружие. No one gets out of Outworld without Shao Kahn. До этого было у тебя уже за пазухой. Или у тебя два разных вида? Shao Kahn's a big boss round here, and soon Earth's new master. Master. Ну да, он явно немного садомазохистскими этими. Он, скорее всего, одевал вот эту всю фигню на Кабала, делая его шлюхой для Шао Кана. Что за хер, блин, вы принесли сюда? Сегодня у нас будет пир. Заряжем, скушаем конину. Я хочу ножку. Нет, ножка будет моя. Хотя, у нас их две. Шансун, разрез. А что на Шансун? Оно будет Куан Чи так же само. Итак.
держу. Теперь ты мой личный повар. Вот Саймон. О, теперь он на троне сидит. Мой самый нелюбимый бой, так как я вообще ничего не умею. Из-за этого... О, мне за Кабала вообще не интересно играть. И вот тут, когда дают двоих персонажей таких... против тебя. Ну, это убийство, честно. Да чё такое? Он даже бегает сквозь неё. Блин, не успел подпрыгнуть. Не, ну против нормального нупсайба-то таким лохом не поиграешь. А там еще и это Мудлена у него в напарниках. Да уж. Вот это вейкап. Офигеть, X-Ray. Вау. Ну чё, надо и третий бой так же само затащить. Бред полнейший. Я уже в воздухе, блин, а оно меня все равно задевает. Ну чё за хер? О. Чё за хрень, как она блок поставила? Да чё так, чё он не перепрыгивает его? Ля. Дрить вейкап, я хренею. Ля. Это пародия вообще на персонажа. Капец. Ну чё, шансик еще есть. Уже нету. Да, блин. Вот это дали. Дерьма кусок. Лучше бы дали нупсайба там реально поиграть. А что ты, гнида? Это единственная комбо, которая у него более-менее нормальная. Вот это вот. Все. Даже хуже Джакса. А у Джакса явно там бить нечем.
Вау. Так, ну что, будем надеяться, второй раунд также гладко пройдет. Для меня это не помеха, я его вообще не использую. Так, ну это уже посерьезнее. Блин, ну вейкапы тут вообще. Ну что это такое? Что за хрень? Ля! Падаю, гнида. Да чё за хер, твою мать? Сколько еще? Рейден же эту шлюху вообще поджарил. Какого хрена? Ля бредятина. О, блин. Падла, вот это такой конченый вообще момент в игре. Играть за вот этого Ракала. У него имя должно быть Ракал, а не Кабал. Что, бля, для? Что с управлением, бля? Меня даже клавиатура не слушает. Когда играешь этим дебилом. Уже реально раздражать начинает эта хрень. Я играю против нормальных персонажей, блин. Ну как нормальных? Ну Псайбат нормальный, то, конечно, тоже герой. Ну нереально вообще проходить для за этого долбоеба. Ну, по крайней мере, без блока. Конечно, засев в блоке как лох, можно что-то сделать. Ну без блока нереально абсолютно, да? Я охренею, блин. Короче, рестарт. Тут даже рестарта нету. Я не знаю, этим пидором играть только даун может, реально. Капец. Ну, по крайней мере, вот явно видно, что если не делать вот эти вот, ну, дрочильню вот эту, которой занимаются все за Кабала, да? Вот этот удар, потом вот эта пробежка, как член вперед-назад. То вот мы явно видим, что он может на самом деле. Ничего. Что я вообще должен играть этим Ракалом? Я понятия не имею. Ебать! Это не персонаж, это пародия. Причем пародия вообще, даже не знаю, это пародия на пародию на персонажа. Ну и шо? Ой, блядь, даже вылить, ой, блин, ну нахрена вот я должен этим дауном играть, а? А для чего? Он все равно лох, он все равно убьют, он уже и так полумертвый, можно даже так сказать. Ебать, ну X-Ray у него, конечно, вообще бред. О, блин. Ненавижу играть теми даунами, которыми я не хочу. Ну вот есть же более лучшие варианты. Вот, ну, Псайбат, например. Чё мне нельзя поиграть за него? Я понимаю, он злой, но тем не менее, это нормальный персонаж. А не вот эта пародия. Что даже вейкап не работает. Это вообще капец. Ну шо, пройдем уже эту херню или еще нет?
Неужели? Фу, блин. Какое что дерьмо. Фу, уродище, иди отсюда. Ага, беги, сыкло. Убегай. Сыклоняра, блин. Капец какой-то. Вот это персонаж, блин. Ракалина. Incredible, блин. You are not authorized for portal use. Yeah. Says who? Sub-Zero. Says who? Как будто ты кого-то знаешь отсюда. Says who? Ракал. В воздухе как девочку перебивают, блин. Вот самое большое комбо. Сколько? 21%, 11 ударов. Топ номер 0. Идри. Только вот так вот, как девочка, и прыгать надо, блин. Вот эта часть сюжета самая тупорылая. А самая большая, самая сильная комбо, сколько у него отнимает, сейчас посмотрим. Да, если, конечно, он будет в состоянии. Нихера себе. Он бьет, я его в это время бью, и он уже ставит этот. Невозможность его удара, вот это парирование. 9 ударов, 29%. Вот это петух. А с X-Ray'ем на 32? Не, на 40. Капец. Видимо, народ деградировал конкретно, если считать, что это топ-1. О! Ты не похож на человека. Ля, слышишь, пидор? Вообще-то Шива к тебе по-нормальному отнесла. Хуярь этого гандона. Она тебе нормально сказала. Ты чмо. Пародия. А этот взял на нее этот, блин, быковать начал. Убей этого урода. Вали. Петуха этого, блин. А ты поклоняйся ей в приседе. О, отлично. Вот этого ты достоин. Петух. Ладно, надо записывать все-таки. Я даже особо сопротивляться не буду, блядь. Да, какой же даун этот кабал. Капец. Когда уже закончится эта самая тупейшая глава? Sub-Zero. Sub-Zero. You have great power indeed, Cabal. Ты что, издеваешься, что ли? Убегать как шлюшка. Сбегать от драки — это... Это великая сила?
Или быть уродом — это великая сила. Или вообще в чем его великая сила, понять не могу. Всасывать как девочка. Великая сила — 11 ударов на 21%. Да уж. Честно, лучше бы ты остался с Кана. О, ну все. Наконец-то закончился этот самый тупой и ненужный момент в игре. Глава Сакабала. Все. Минус 52. Ни хрена себе в нем температура. А, это Фаренгейт. В общем, ладно. В следующей серии тогда продолжим.